Приветствую вас, друзья! Сегодня рассмотрим самые популярные ТВ-приставки от компании Wantar, за которые покупатели проголосовали рублем. Благодаря многочисленным положительным отзывам, рекомендациям и популярности самих приставок от одного из ведущих производителей, их выбрали за прекрасное соотношение характеристик и качества. Все ссылки на официальный магазин и представленные ТВ-боксы в описании к ролику. В России они стоят значительно дороже, чем если их заказывать через AliExpress. Хороший способ сэкономить свои деньги. Это видео, первая часть, следующая уже на подходе. Там будут очень крутые приставки. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Так вы не пропустите новые интересные видео. Smart ТВ-приставка H96 Max. Хоть и не самая новая, но, наверное, самая популярная. В первую очередь за счет своей цены и качества. Приставка воспроизводит видео с большим разрешением и высокой частотой кадров. Управляется со смартфона и голосом. Работает на 9-м андроиде, но в 2021 году она выпускается и с 10-м андроидом. У нее встроены LED-дисплей и мощный 4-ядерный процессор Rockchip RK3318. Поддерживает кодек H265, 4К видео 60 кадрами в секунду. Три варианта комплектации. Самый навороченный 4 ГБ оперативной памяти и 64 встроенный. А еще имеет двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Есть два порта USB. Доступно подключение периферии и емких внешних дисков. Но есть нюансы. Слот для карт памяти только формата SD, а не microSD. И слабый радиатор при повышенной нагрузке разогревает приставку и отключает ее. Поэтому она идеальна для просмотра кино, ютуба и всего такого, но не для игр. H96 Max Plus. Это обновленная версия H96 Max. Различия в них минимальные. Стало чуть быстрее, лучше и дешевле. В остальном это все тот же старый добрый H96 Max. С двумя USB, один из которых 3.0, Bluetooth, гигабитным интернетом, двухдиапазонным усиленным Wi-Fi, SD-картой, оптическим выходом и даже возможностью подключиться тюльпанами к древнему телевизору. Процессор M-Logic S905X3. 64-разрядный, 4-ядерный. Графический процессор ARM Mali G31. Варианты памяти на выбор, в зависимости от комплектации. Максимум 4 ГБ оперативной и 64 встроенной. Вариантов комплектаций много. Кроме выбора объема памяти, есть еще с тачпадом, голосовым управлением и прочими приятностями. Можно выбрать то, что по душе. Все это работает на 9-м андроиде. И, разумеется, поддерживается онлайн обновление прошивки. По форматам аудио и видео эта приставка всеядна. Поддерживает 4К и даже 8К. На сегодняшний день это самая бюджетная приставка с такой мощностью и характеристиками. А если взять во внимание, что у нее нет проблем с перегревом, глюками и другими особенностями, то становится понятно, почему она такая популярная. Wantar X3. Воспроизводит видео с большим разрешением и высокой частотой кадров. Управляется со смартфона и голосом. Подходит даже для игр, что порадует геймеров. Лучшая из различных комплектаций с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Идеальный выбор среди ТВ-приставок из бюджетного сегмента с усовершенствованным процессором M-Logic S905X3 и графическим ускорителем Mali G31. Данный чип гораздо стабильнее и быстрее, чем S905X2. На приставку устанавливаются любые приложения Google Play. Доступен голосовой помощник Google. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, поддержка стриминговых платформ, поддерживает декодирование 8К и 4К. Контент 4К с внешних носителей воспроизводит без всяких проблем, причем через штатный плеер. Никаких подергиваний и прочего. При этом процессор особо не греется.
с торрентами, качество Blu-ray также справляется на ура. IPTV работает без нареканий, с разрешением 4K в том числе. Со звуком тоже все прекрасно. Интерфейс очень отзывчивый, все работает очень быстро и шустро. Выбрав приставку с объемом памяти 128 ГБ, можно накачать на приставку много фильмов, музыки и взять ее с собой, в гости, командировку или в отпуск, поскольку она компактная и легкая. В целом, этот ТВ-бокс обладает очень богатым функционалом и производительностью, и при этом имеет очень доступную цену. У других производителей таких же устройств приставка с таким функционалом и начинкой будет стоить в 2-3 раза дороже. В общем, за ее цену в данном сегменте сложно найти приставку лучше. Wontor умеет их делать. ТВ-бокс X3 Pro, также известный под брендом UGUS, имеет все, что надо для выполнения тяжелых задач. Быстрый процессор M-Logic S905X3, графический ускоритель Mali G31, а в версии X3 Plus 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. В версии Pro эта характеристика ниже. Отсутствие тротлинга. DTS HD звук. Dolby True HD звук. Программируемые кнопки на пульте. Также имеет выносной инфракрасный приемник и короткий HDMI шнур в комплекте, благодаря которому вы можете спрятать устройство за телевизор, и его не будет видно. Разумеется, воспроизведение 4К видео, работа с приложениями, двухдиапазонный Wi-Fi и все, что может и должно быть у современного ТВ-бокса. Данная приставка является одной из лучших по соотношению цена-производительность, особенно если говорить о версии X3 Plus. ТВ-приставка Wontor TX9S, также с полным набором мультимедийных и интернет-функций. TX9S снабжен мощным 8-ядерным процессором M-Logic S912 и графическим Mali T820. 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Таких параметров достаточно, чтобы использовать приставку современными приложениями и просматривать фильмы в высоком разрешении HD и 4K. Расширить функциональные возможности всегда можно, установив необходимые приложения, а подключив клавиатуру и мышь, вы превратите медиаплеер в полноценный компьютер для решения любых задач, офисных или развлекательных. TX9S имеет 8 ГБ встроенной памяти для ваших файлов, игр, фотографий и фильмов. Однако, этот объем легко увеличить благодаря слоту для карт памяти, microSD, USB флешки или жесткого диска. Но данная модель не снабжена двухдиапазонным Wi-Fi, доступна только 2,4 ГГц. Поэтому, если в помещении будут проблемы с интернетом, то рекомендуем обратить внимание на другие ТВ-боксы. В остальном, это вполне хорошая и популярная приставка. Это была первая часть. Впереди еще будут очень крутые ТВ-боксы. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, поставить лайк, нажать на колокольчик и не пропустите все самое интересное.